Моему ребенку подойдет ЕДЭшка? ЕДЭшка подходит для детей от 3 до 14 лет. Коктейль заменяет обычную еду? Нет, ЕДЭшка дополняет ежедневный рацион ребенка, помогает детскому организму получать все необходимое. Ребенку и так всего хватает. Зачем ему ЕДЭшка? Родители часто сталкиваются с тем, что ребенка сложно накормить полезной едой. Дети предпочитают только отдельные продукты, например, макароны или хлеб. Отказываются от овощей, фруктов или мяса, любят фастфуд и сладости. Это приводит к нехватке необходимых для правильного развития полезных веществ. Для здоровья и роста детям каждый день нужно более 75 микроэлементов. 50 из них незаменимые. Это особенно важно, так как 70% развития организма приходится на первые 10 лет жизни. Что особенного в ЕДЭшке? Уникальный компонент ЕДЭшки – смарт-комплекс ProHelper. В его составе натуральный белок для роста и развития, умные углеводы для мозга, сложные жиры для нормальной работы нервной системы, пребиотики и клетчатка для сильного иммунитета и лучшего усвоения полезных веществ. А еще 16 витаминов и минералов в правильном сочетании. А состав натуральный? Состав ЕДЭшки максимально полезный и натуральный. В нем нет искусственных ароматизаторов, подсластителей, консервантов и ГМО. Качество и безопасность ЕДЭшки подтверждены необходимыми документами. Вкус понравится ребенку? Вкусы ЕДЭшки выбрали сами дети. Коктейли получили высший балл по результатам исследований. При этом одна порция содержит в 8 раз меньше сахара, чем стакан яблочного сока. ЕДЭшка – смарт-коктейль для умного роста.